знаете, что я не поклонник теории заговора. Спасибо. Я думал, все кончено. Не паникуйте, я рядом! Все в безопасности. Дальше справятся спасатели. Спасибо тебе. Кое-что заметила. Наблюдаете за ночными птицами? Я наблюдала за ночными хищными птицами в парке, когда заметила группу вооруженных людей у замка Бельведер. Спасибо за информацию, мисс... Стефани, если что, обращайся. Я буду следить за происходящим. Спасибо за помощь, Стефани. Что делают вооруженные люди у замка Бельведер? Сдается мне, это не туристы. Люди Фиска. Это плохо. Выключаем. Стоять! Это он! Стойте! А вы так ничего и не поняли. Внимание! Я за тебя отомщу! Это был последний. Посмотрим, что они затевали. Даже не знаю, что они тут делали. Может, найду что-нибудь на этой... флешке! С ума сойти. Стефани, птица стащила флешку с доказательствами. Кажется, голубь. Они так делают? Сейчас период гнездования, так что ничего удивительного. Думаю, у них гнездо в деревьях к юго-востоку от замка. Спасибо, посмотрю. У него тут дружки. Черт. Верните мне флешку, летающие паршивцы! Попробую задобрить их. Вон здесь невероятно умные. Невероятно умные, значит? А... Эй, голуби! Простите за летающих паршивцев! Может, договоримся? Не знаю, сколько корма дает вам Фиск, с меня вдвое больше! Один есть, но у него нет флешки. Пустышка. Есть! Флешка у меня! Теперь к ноутбуку, узнать, что затевали люди Фиска. Кажется, они загружали Трояна в Wi-Fi сеть Центрального парка.
Этот троян мог открыть им доступ к куче личных данных. Кстати, я ведь тоже пользуюсь этой сетью. Стоп. Удаленная загрузка еще идет. Видимо, у них несколько точек доступа. Стефани, ты мои глаза в небе. Видишь что-нибудь странное в парке? А, вижу пару сычей и каких-то людей у электрощитка. Спасибо. Продолжай вести наблюдение. Нужно добраться до щитка до завершения загрузки. Не будет доступа к ноуту, не загрузят троян. Сейчас ты сдохнешь! Воздухи не достать! Сейчас на копейку! Это почти так же волнительно, как в тот раз, когда я заметила трех золотистых славок. Эй, я только что заметила людей у двух других щитков. Высылаю координаты. Спасибо за сообщение. Лучше поспешить. Еще два? Не думал, что скажу это, но зачем центральному парку столь мощное Wi-Fi покрытие? Я думал, сюда ходят отвлечься. Вот они. Надо отогнать их от щитка. Готово. Жители Манхэттена могут спать спокойно. Их пароли и видео с котиками в безопасности. Человек-паук, кажется, меня заметили. О нет, ты уверена? Да, да, вооруженные люди уже здесь. Запри дверь на крышу и держись. Я иду. Нужно добраться до Стефани раньше людей Фиска. Она оказалась в опасности из-за меня. Они выламывают дверь. Мы знаем, что ты работаешь с пауком. Открывай! Я почти добрался. Прячься! Разделимся! Ищите девчонку с биноклем! Кто-нибудь... Ау! Разберитесь с ним, а потом сбросьте девчонку вниз! Заткнись на себя! О, нет! Сегодня явно не твой день! Не дадим ему победить! Это был последний. Узнаю, как там Стефани. Спасибо, Человек-паук. Это было интереснее моего обычного ночного наблюдения. Тебе спасибо. Благодаря тебе мы не дали преступникам похитить личные данные половины жителей города. Неплохо, да? Вдобавок, я заметила гнездо красногрудного поползня, когда ты бил ногой по лицу того типа. Поползни, прелесть. Хочешь взглянуть? А, я лучше займусь теми птичками, которым место за решеткой.